Так, всем привет. В данном видео пойдет речь о банковском секторе, тикер C в разборе. Значит, в прошлом году мы наблюдали колоссальный рост 312% с района с 56, мы сделали уровень 239. Значит, сейчас мы наблюдаем структуру накопления в рамках квартальных движений. Возможно, будет и последующий кварт у нас. Мы увидим падение, да? Нужно исключать. Но забегать вперед на второй квартал пока не будем, пока у нас первый. И что у нас может быть? Значит, мы можем в этом квартале еще сформировать шпиль в районе 74. Сейчас я покажу на графике, как это выглядит. То есть сформировать такую свечу. То есть в этой области еще у нас может быть захват ликвидности. То есть лимитные заявки я выставлю в этом диапазоне, в районе 74. Так, на более подробный график сейчас перейдем. Терминал конкретно. Значит, ну здесь информацию я делал. Как происходил набор позиций? То есть мы видели... Мы видели импульс. Импульс, коррекция, импульс. Мы видели фазу накопления. И здесь у нас происходили набор позиций. Здесь, потом в этой области. В данный момент я взял в районе 94. Это область квартального баланса. 94.39. У меня позиция на 93.21. Если мы будем выходить за пределы данного диапазона, то мы можем протестировать область 73-63. Это важная точка. В этом году это баланс года. График на Тинькофф недостаточно полный, да, поэтому нужно использовать другие терминалы, которые могут показывать именно достоверную информацию. Даже если мы сейчас пойдем по графику D1 неделя чуть выше, да, и квартальный диапазон у нас сместится, если второй квартал начнется. Область баланса у нас пока сохраняется на уровне 73.11, 63.95, пока мы не обновим максимум 55-58. Эти зоны у нас будут актуальны. Баланс. Значит, свеча годовая у нас может сформироваться таким образом. Волатильность повышенная. Мы можем увидеть флет в рамках годового квартала, в рамках баланса года, да? 73, если мы сходим в 63. Выше 155 мы можем и не сходить. То есть мы можем с учетом смещение цены, если взять предварительно, давайте сместим, давайте от 70, если цена ушла на 70, и там, допустим, возьмем ту же волатильность квартально, где мы можем оказаться, это предварительный расчет, если мы пойдем до баланса, то есть у нас точки для фиксации. Внутри фазы накопления 125-152. Максимально во втором или в третьем квартале, если мы делаем расчет от квартального движения, максимум 180, и то выход за пределы баланса, потом здесь структура накопления. Если мы просто делаем занос какой-то шпиль и закрываемся ниже, то будет здесь проторговка ниже баланс с последующим выходом вплоть до 234. Данную область 234-152-161, если мы на 70 сходим, значит, нужно учитывать эти уровни, они будут активны до конца первого квартала 23-го года. Нужно быть готовым. То есть эти все расчеты среднесрочного порядка, да? Вот, кто торгует интрадей, можно использовать другие инструменты. Здесь очень высокая волатильность, да? На данном моменте видео останавливаю, чтобы
чтобы информация была краткой и доступной, более понятной. Следите за следующими выпусками. Всем успехов, всем пока.